Крупный план. День добрый, 12 часов и 6 минут в нашем городе. У микрофона Владимир Сметанин. Приветствую вас и желаю здоровья в эту такую непростую пору. Напротив меня Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «ВЕЧ». Владимир, добрый день. Давай всем поприветствуем. Да. Пожелаем здоровья. Друг другу и нашим слушателям, конечно. Безусловно, да. И тем, от кого зависит благополучие нашего региона в эти дни, да и вообще в это время, я имею в виду и бизнес, конечно же, очень много говорится о сложностях, о трудностях, которые испытывают предприниматели. Ну, подожди-ка, перед тем, как мы перейдем, собственно, к единственной теме, которую я могу озвучивать, это ВЕЧ. Какие трудности у бизнеса ты видишь? Ну вот, в частности, сегодня наши коллеги, журналисты сообщают о том, что никаких поблажек предприниматели не почувствуют. Вот в это время будут платить по-прежнему налоги, никаких отсрочек и так далее. То есть отсрочек не будет? Надо платить. А что же говорил президент? Президент говорил о том, что нам надо сделать проще. Жизнь. Нам надо проще. Но на местах его, видимо, может быть, как-то не дослушали. Ну, может быть, у них... Или не так интерпретировали. Просто неточные выражения. Проще. Проще. У разных людей она проще бывает по-разному очень сильно. Ну да. По-разному можно понимать. Можно просто по головке погладить, можно... Ну, то есть, я предполагаю... Как-то посмотреть пристальнее. Я предполагаю, что у нас просто будет длинный, ни одного месяца, скорее всего, ни одного года вперед, переоценки ценностей. Я с тобой соглашусь, да. Я спорить не буду. Есть такое ощущение, что это надолго вот это вот грянуло. Ну, вот у меня грянуло. То же самое чувство, да. То есть я на встрече с бизнесом Владимир Владимирович Путин говорил, что или кто-то его спрашивал, я уже не помню, о том, что все продлится, ну, вот активная фаза борьбы с коронавирусом продлится 3 месяца. Ну, сложно сказать, насколько это прогноз. Кто погибнет, по итогам интересно. Да, ну, сложно сказать вообще, что будет происходить. Насколько я читал отчеты клиницистов, примерный пик в Кирове, по крайней мере, это еще месяц, ну и в Москве то же самое, где-то около месяца, то через месяц, где-то в начале мая, то есть конец апреля, начало мая, мы увидим максимум, то есть что на самом деле нас ждет. Я предполагаю, что в нашей богоспасаемой Вятке на самом деле все будет неплохо, я имею в виду вирус. То есть не такое уж большое количество заболевших будет, не такие уж большое количество летальных исходов, то будут они, скорее всего, какие-то. Тут фу, хочется переплюнуть. Естественно, это чистая статистика, можно предположить, да. А под пиком ты что понимаешь? Это вот максимальное количество зараженных, конечно. То есть максимум эпидемии. То есть, ну, поглядим, как она будет, но через неделю одновременно наш богоспасаемый народ, опять же, увидит последствия. Сейчас уже начали эти последствия проявляться, но последствия падения рубля. Ну, то есть, роста доллара и падения рубля. Они сейчас уже видны. Сегодня я ехал пока на работу с утра, да. Мне рассказывали, что вчера таксист отвозил свою пассажирку в М-видео, где она хотела за 50 тысяч скопленную, там, не знаю, за 2 года или за 3, наконец-то купить себе большой телевизор. И вышла из М-видео без телевизора, потому что стоит он уже 80. И опять надо копить. То есть, как бы, причем ажиотажный спрос тоже мне очень нравится. Это, во-первых, спрос на квартиры вырос. То есть, риэлторы уже несколько человек мне говорили о том, что давненько они не помнят такого. То есть куча сделок, которые они ведут. Ну, это понятно, после того, как у нас все доходы с вкладов, они обложены налогом. То есть мы сейчас за вклад больше 1 000 000 рублей вынуждены платить еще 13 рублей на дивиденды. Ну, причина простая. То есть люди как можно быстрее хотят вложить свои деньги в недвижимость. Дорогие машины покупают по 4-5 штук в день. Такого в автосалонах не было тоже очень давно. У меня нет таких знакомых, которые могут себе сразу позволить несколько автомобилей. Но мы почти по разные стороны классовых баррикад. Но смотри, во-первых, люди вкладываются, да, но, во-первых, деньги, которые они вкладывают, они кончатся очень быстро. То есть все заначки будут истощены там. Продавцы виноводочных магазинов очень рады, опять же, потому что оборот вырос. То есть очень сильно вырос. Ну, людям нечего заняться на карантине. Они предпочитают просто пить. То есть, ну, по крайней мере, первые дни. Да. Так вот, я еще раз говорю, заначки быстро закончатся. То есть эйфория быстро пройдет. И через месяц мы увидим подросшие внезапно, как бы, подросшие цены на фоне вот этого. Потому что мы начали... Цены на все. Конечно. То есть машины, это понятно, это импорт. Техника, понятно, это импорт. Еще немного, еще чуть-чуть. И по цепочке покатится все. Через месяц мы сможем увидеть какие-то уже интересные моменты, я думаю.
тепло. То есть к маю. Да, ну, конец апреля, начало мая, предполагаю. Но меня, кстати, беспокоит еще в этой ситуации то, что все это происходит накануне садово-огородного сезона, а наш же русский человек, он же привык, он же без того, чтобы картошку посадить, морковку и так далее, он же не может. Да. А вдруг закроют такую возможность, я, выезжать? Говоря, не, я, честно говоря, не хочу развивать эту мысль, потому что, как ты начинаешь думать в эту сторону, ты думаешь о том, что не пора ли заводить участочек и начинать готовиться к тому, чтобы кормиться с земли. Ну, есть такие настроения в народе, несколько человек уже делились. А вдруг, кстати, вот ты сказал, да, на квартиры вырос спрос, вдруг сейчас и на земельные участки. Знаешь, я смотрю на это оптимистично, в первую очередь, как пресс-секретарь завода Вячеча. Да. Давайте ближе к делам. А, нет, да, все очень просто. Смотри, мы 28 марта исполнилось нам 117 годов. Ну, как-то незаметно новость прошла. Все, коронавирус, а тут буквально это же понятно, что сейчас даже с какими-то пафосными событиями просто так, не по делу, да, ты не выскочишь, потому что головы у людей заняты абсолютно болячкой. Наверняка что-то отменять пришлось. Мероприятия планировались, нет. Ничего особого не хотели проводить? Что называется, в тесном узком кругу. Угу. Но 117-903 года... Так... 28 марта, напомню, да. Совершенно правильно. Эта дата отмечалась. Угу. Ну, вот. И как замечательно выразился в газете заводской наш генеральный директор Илья Николаевич Курагин, завод пережил одного царя, две войны, революцию, 7 генсеков и одного президента. То есть, грубо говоря, событий разного масштаба и разной степени неприятностей на протяжении истории Вячи было очень много. То есть как-то, ну, попривыкли уже, понятно, что бывает 7 тощих коров, 7, значит, жирных коров. Угу. Бывают тяжелые времена, бывают времена легкие. Просто надо работать. Вот это основная задача. И вот когда идет обсуждение, допустим, стратегии развития предприятия, это вот лейтмотив, это центральная мысль, которую я все время повторяю, просто как Карфаген должен быть разрушен точно так же. Надо просто двигаться к тем целям, которые мы установили. Вот эти цели есть, есть какие-то задачи, есть понимание того, к чему должно прийти предприятие. Но мы можем сейчас поделиться какими-то основными моментами, простым, понятным языком, чтобы люди осознавали, что будет проходить и что себе планирует одно из ведущих предприятий в нашем регионе. Нет, Вятич ничего не собирается сокращать. Mm. Скорее всего, наоборот, потому что, например, ну, я надеюсь, что руководство и владельцы завода со мной в чем-то солидарны. Я надеюсь, что, я считаю, что кризис — это время, когда, наоборот, надо предпринимать усилия. Один очень умный американский рекламист в свое время четко заметил, очень точно, очень мудро заметил, что в обычное время вам надо рекламироваться, а вот в кризис вы обязаны это делать. Угу. Потому что тот, кто останется на плаву, на слуху, тот, кто окажется вот в информационном пространстве реально и в доступе, в тот момент, когда все вокруг крутится, вертится, да, он завоюет рынок. Люди будут верить тому, кто остается совершенно незыблем, спокоен, равномерен именно тогда, когда все вокруг становится ненадежным. Вот поэтому я считаю, что Вятич должен идти к своим целям. Вот цели их на самом деле несколько, мы обсуждали их несколько раз. Первое — это, конечно, новые сорта. Mm-hmm. То есть максимально близко к потребителю. Мы один из них выпустили как раз к 150-летию Карла Отто Шнейдера. Ну, поговорим попозже. Да, конечно. Да, но новые сорта — это, во-первых, изменение подхода. То есть изменение подхода в каком плане? Мы стремимся как можно теснее общаться с потребителями. То есть интересоваться, что именно люди хотят. То есть мы... уверен, что вот эта репутация местного бренда, местного... Будет ближе к народу, и народ потянется, да? Да, да, совершенно правильно. Mm. Это раз. Сорта. Второе — это упаковка. Ну, это не второе, это, скорее всего, в той же обойме, да, можно рассматривать как одной из целей. Это две стороны одной медали. Одной содержание медали. И форма. Да. То есть делать приобретение, делать употребление максимально удобно для человека. Ну, вот о трехлитровой упаковке тоже поговорим чуть позже, mm-hmm. потому что она связана с экономической ситуацией вокруг пива вообще. Следующий момент в развитии Вячи – это все-таки выход в другие регионы. Не знаю, как у нас все. Я пока не хочу анонсировать так ярко, по-настоящему анонсировать какие-то шаги, которые мы сделали в этом направлении. Вероятнее всего, мы сможем это сделать в апреле. Где-то уже в середине, ближе к концу апреля, мы можем говорить о том, как Вятич движется в другие регионы. Ну, то, что, допустим, Магнит ставит на Сыктывкаре,
То есть продукция вячья появляется в сыктывкарских магазинах «Магнита». Это очень хорошо. У нас будет хорошая настоящая рекламная кампания в мае в Сыктывкаре. То есть мы попробуем объяснить, что ну, вот есть такая качественная продукция, которая, ребята, у вас будет. Но Коми — это вроде как один из регионов, где продукция вячья представлена. Да, но в Коми мы представлены достаточно слабо. То есть сейчас мы попробуем, во-первых, наверстать по Коми. Плюс у нас есть еще региончик, который мы собираемся уже поосновательно поработать. Ну, по нему вот мы как раз поговорим в апреле. Соседский так немножко? Конечно. Забегая нет, вперед. Соседи наши? Смотри, общая политика следующая. У нас есть вот то, что, опять же, я думаю, что владельцы и руководство разделяют мою точку зрения. То есть у нас есть прекрасный, великолепный завод. То есть у него могут быть недостатки, недочеты, какие-то вещи, которые можно будет изменять, да? Но это, главное не это. Главное, сама машина, которая выстроена, вот система, которая выстроена, она вполне рабочая. Я был в Ижевске, кстати говоря. Был в Ижевске, в Удмуртии, на заводе «Гамбринус». Ну, мы говорили там с директором, там обсуждали какие-то вещи. Ну, давай поясним, это местное. Это региональный это бренд, да, как мы часто говорим? Это региональный, ну, вот бренд, ну, бренд, да, условно говоря. То есть, но я обошел этот завод, то есть обошел помещение, цеха, там, с технологами, сбор линии поточной, упаковочной. И ощущение от того, что я попал на завод «Вяч», ну, примерно 93-95 года. То есть он, вот все оборудование, которое было на «Вяче» заменено, там частично даже еще осталось. То есть древние линии, древние варочные емкости – кособой, доска почего-то потрясающая, вот она образца там 1973 года, с такими же, вот все то же самое, что тогда. Потом, когда я говорю с генеральным директором, объясняю, что все очень плохо по вине каких-то людей, которые очень все испортили. Вот, которые находились раньше у руководства, ну, предприятия, нет, что ли? Нет, какие-то внешние силы? Внешние страшные люди, которые изменили вообще всю политику. Но потом ты смотришь на этикет этого завода. Причем пиво у «Гамбринуса» этого, да? Оно мне, например, его хвалили. Ну, не знаю как. Да. Но сам завод застрял в 90-х. Мы из 90-х выскочили. То есть «Вятич» на данный момент — это современное, нормальное, модернизированное, мощное предприятие. И задача очень простая. Вокруг нас куча регионов, где собственного производства такого же, как «Вятич», нет. То есть оно либо продано, уничтожено, либо находится в деградирующем состоянии. То есть перед нами на самом деле открытые рынки. Конечно, любой вход на рынок – это каторга. В том плане, что тебе обеспечить вход товара в эти сети, обеспечить отношения с властями, обеспечить логистику, провести рекламу, которая заденет не просто на мозге ляжет, да, жителям региона, а затронет в них что-то живое. То есть им действительно будет интересно. То есть настоящая реклама, та, которая должна быть. Ее сделать – это все проблема. Но Вятич эти вещи будет решать. Это... Ну, не говоря уже о том, что для этого нужны серьезные ресурсы финансовые. Да. Ну, вот, допустим, маленький офф-топик. В Москве я бы не рискнул это делать сейчас. Потому что для того, чтобы брать Москву и брать Санкт-Петербург, ресурсы финансовые, в первую очередь, которые для этого нужны, огромны. Их у «Вятича» сейчас нету. Я думаю, мы накопим его года за три как раз. Развиваясь пока вот в этих... То есть на уровне идеи это вроде как есть, да? Покорение столиц, да, но сейчас нет, ситуация не та, это, что нужно рыбаться. Выход на столицы — это и следующий этап развития предприятия вообще. Я абсолютно уверен, что «Вятич» будет и в Питере, и в Москве. Будет там хорошо, качественно, с приличной долей рынка. То есть я, ну, я по крайней мере, считаю так, и я к этому прикладываю силу. «Вятич» должен оказаться федеральной компанией в полном смысле слова. Не только связским классом, где, в общем, большую часть сыграл. Вот-вот, я хотел сейчас уточнить, да, что мы говорим о всей линейке продукции нашей компании. «Вятич», да, потому что «Вятский класс», и сейчас мы о нем будем говорить, он-то вроде как представлен ранее, завод отчитывался. Москва и культурная столица у нас там потребляют. Связским классом все у нас замечательно, да. Но это результат огромной удачи с Владимиром Владимировичем Путиным. Это было 5 лет назад. Сколько, то есть 5 или 6? Ну, уже больше. Больше, 5 с копейками, конечно. То есть вот это один раз, что называется, чудо сверкнуло и так далее.
То есть, может быть, нам повезет и с другой продукцией та же. Может быть, чудесные вещи будут происходить. Угу. Но пока надо просто настроиться на работу. Вот и все. Ну, я могу сейчас вспомнить этот слоган-то, нашумевший: вязкий квас здоровье спас. Ну, да. Это сейчас актуально очень звучит. Более чем в наше время, да. Более. Я думаю, что по поводу большого количества продукции вещи можно говорить, что здоровье спас. Но вот этот... вчера мы обсуждали как раз, что доктор Комаровский... Очень известный, он много выступает. Ну, один из авторитетных скажем, медиков. Ну, да, это, страны. В моем понимании, конечно, попса, но это хороший пример попсы. Но да. Надо же каким-то образом доносить до людей, безусловно. Жена у меня смотрит, но, значит, это оправданно, я считаю. Да. Так вот, доктор Комаровский в передаче от 27 марта заявил, что все делать во время эпидемии? Пить квас. То есть, ну, один из вариантов, да, то есть напитков, вещей, которые полезны. Пить квас. Да, там есть витамин В1. Да, его надо. Вообще дрожжевые продукты имеют смысл. Почему? Потому что в них, во-первых, витамины. Хотя их, на самом деле, вот, положа руку на сердце, их там немного. Угу. То есть дрожжи, например, хороши не столько количеством витаминов, сколько микроорганизмами, которые сильно влияют на пищеварение, улучшают его. И вот квас, это, понятное дело, всем, кто сейчас даже подозревает у себя возможность там заболеть, фу-фу-фу, опять же, да, ребята, пейте квас, мы его выпускаем, делаем давно, очень хорошо. Это, да, это во-первых. Да? Но... Не сомневайтесь, ничего со времен пресс-конференции не изменилось. Продолжаем делать хорошо. Тоже, да. Но вообще говоря, можно поднять тему, которую я как бы табуировал, потому что на самом деле об этом меня просили врачи, и я не буду ссылаться, с кем я конкретно говорил, хотя я говорил с двумя очень приличными, очень уважаемыми. Один — это специалист в области урологии, да, а второй — это гастроэнтеролог. Ну, я тогда собирал сведения о том, в чем конкретно выражается польза пива. Так вот, так как... Пиво. Безалкогольно. Конечно. Да, да. Мы, кроме... Роспотребнадзор, я думаю, его друзья не дремлющие, поэтому, конечно... О безалкогольном, да, продукте мы говорим. Естественно, только так. О нем. И так что, вот, что но за информацию? Так как в составе безалкогольного продукта в отношении дрожжей он абсолютно идентичен всему остальному, да, то мы можем говорить, действительно говорить правду, говоря без алкоголки. Так вот, меня очень удивил один факт. Уролог рассказывал мне, ну, это не только мужские болезни, но и, собственно говоря, почки. Конечно, да. Банально. Так вот, дрожжевые, так сказать, напитки, безалкогольное пиво, конечно же, они очень полезны и даже показаны кировчанам по одной простой причине. Оказывается, Кировская область эндемична, ну, то есть здесь риск высоких заболеваний, каменно-почечная болезнь. По мочекаменной болезни, так специалисты называют. По правилам молодец. Вот. Так вот, эта болезнь, во-первых, Кировская область эндемична по ней, во-вторых, безалкогольное пиво при этой болезни — это просто лекарственное средство. Так что, ребята, это даже мимо гриппа. А сам по себе во время гриппа, понятное дело, что у тебя встает вопрос вывода токсинов, вопрос работы пищеварения. Опять же, безалкогольное дрожжевое пиво от Вятича, зеленое 31, безалкогольное. Ура, товарищи! Именно оно спасет многих и многих. Хотя бы от хандры минимум. Потому что пищеварение будет работать лучше, настроение улучшится. Но небольшое количество витаминов тоже окажут влияние. Вот как бы, знаешь, на самом деле... Маленькая медицинская страничка, она была бы прекрасна, хотя лекарственные свойства пива, то есть оговорить об этом запрещено. Ну да, да, это такая очень трепетная тема, конечно. Щекотливая. Да. Причем гастроэнтеролог как раз мне рассказывал, говорит, нас в клинике во время ординатуры еще нам объясняли, что особенно при потере веса, при анемии, астении, да, безалкогольное пиво крайне полезно, просто крайне. Но об этом говорить... Ну вот сейчас я только додумался, что, оказывается, в принципе, мы можем это обойти, просто говоря, безалкогольное. Ну, надеюсь, до потери веса, до пустых прилавков не дойдет дело? Нет, ну все равно. То есть это о полезных свойствах безалкогольного пива. Это можно погуглить, можно найти, это совершенно точно все есть. И по эндемичности Кировской области, которой это полезно, и по влиянию на
пищеварении, по содержанию витаминов. Это все есть, это открытая информация, можно поинтересоваться. Ну, у меня сейчас другие общеизвестные исторические факты вспоминаются, да, времена чумы на нашей планете, да, и люди ведь выживали за счет того, что они употребляли пенный напиток, а не воду, там, сырую воду, да, потому что... Да. Да. Этот напиток, он все-таки пастеризован, и в нем не содержится ничего там плохого, что может нанести вред организму. Слушай, я с тобой поспорю, потому что пастеризация в момент чумы, ну, тут как-то вопрос очень интересный. Понимаешь, обеззараживающее действие... Ну да. Это да. Угу. Это я сразу верю. И обеззараживающее, и гораздо более за счет как раз дрожжей и бактерий, полезных бактерий, за счет какого-то количества, да, хмеля того же и так далее. В безалкогольном, конечно, пиве, которое пили во время чумы, другого-то у них не было. Вот. То есть, учитывая ужасающую ситуацию в Европе, которая бушевала чума с санитарией, ну, представь себе, там нечистоты спускались по улицам, в Париже там они выливали дерьмо, извиняюсь, из ночных горшков. Откуда взялись широкополые шляпы мушкетеров? Ребята, они взялись только для того, чтобы сверху не попало на лицо. Вот и все. Это серьезно абсолютно. Ты гуляешь по Парижу, и вдруг ты понимаешь такое счастье. Вот. Лучше шляпу потом ее отряхнуть. Вот. А, естественно, оказывалось, что безалкогольное пиво в средневековой Европе гораздо полезнее, гораздо нужнее. Да. Ну, я не думаю, что ту же роль должно оно играть безалкогольное пиво. Нет, это просто такой красноречивый традиция, факт, пример. Надеюсь, что традиция сохранится. По крайней мере, welcome. Пара минут остается у нас до рекламной паузы. Я напомню, что беседуем мы с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Вятич». Вот, кстати, этот факт от тебя я узнал, о том, что компания позаботилась о том, чтобы наша инфекционная больница и пациенты, и врачи, находящиеся в ней, пили чистую воду. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что такой за добрый жест завода? Нет, там не добрый жест завода, это была просьба врачей-инфекционеров. А, просьба, то есть они напрямую вышли, да? Ну, они просто знакомы, да, то есть знакомые с владельцами, и они вышли напрямую с просьбой, потому что у них инфекционные комбинезоны, в них жарко, питьевой воды нету. То есть почему-то их снабжение не организовано обычной питьевой водой. Вяч уже откликнулся, но это даже как бы факт проскочил, по-моему, какого там, 19 марта, да? И как-то никто не задумывался о том, что об этом говорить. Я считаю, что об этом говорить надо, это важно. И это в чем-то отражает философию компании. То есть мы не вот, на самом деле, мы не собираемся афишировать вот такие вещи, да? Ну, в моем понимании, это просто нормально так должен себя вести человек сейчас, да? Знаешь, вот действительно, в тот момент, когда... Ну, послушай репортажи из Италии, из Испании, как там люди делятся, помогают и так далее. Ну, какая-то, совесть должна быть у людей, и как-то по-человечески относиться. Тем более врачи делают фантастически важную сейчас работу. Они, собственно, на острие вообще этой проблемы. То есть, ну, вячим томок мы закинули, если правильно помню, тонну питьевой воды. Тонну бутилированной? Да, да. Бутилированной воды. Понимаете, понимаешь, проблема очень проста. То есть Вятич — это не просто производство вот этих напитков, там, алкогольных, безалкогольных, да, в общем, без разницы. А это стратегический объект. Почему? Если вдруг, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, но возникает вопрос о снабжении региона питьевой бутилированной водой. Покажи мне кировское предприятие, которое сможет с этим справиться. Мы сможем. То есть мы сможем бутилировать, разливать воду в гигантских количествах. То есть спокойно обеспечивая ее область. Спокойно совершенно. То есть на крайний момент, на момент реальных каких-то проблем, то есть мы свой вклад сможем внести, это точно совершенно. Ну вот. У нас сейчас реклама, я предлагаю все-таки прерваться, давай, после которой у нас еще будет 15 минут для нашей беседы. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». Мы продолжим через полторы минуты. Крупный план. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». Меня зовут Владимир Сметанин. Мы продолжаем нашу беседу. Много раз мы, кстати, говорили в нашей студии о взаимодействии наших производителей с транснациональными корпорациями, о том, как ведут себя последние. Вот какие перспективы в сложившейся обстановке сейчас существуют? Как ты оцениваешь деятельность крупника? Ну, да? Как оценивают его эксперты, которых ты читаешь? Я понял твой вопрос. Смотри. По поводу ТНКшек, которые завалили Россию вот этим дешевым, привозным, экспресс, так, безалкогольным, конечно же, пивом,
То есть мы поговорили по поводу многого, там, фактически суррогаты, то есть с использованием ферментов, по поводу скандала, когда они вышли из Союза пивоваров недавнего, он уже подзабыт на волной коронавируса. Но там все сохраняется, они вышли и вышли. Да, все. Они вышли и вышли с концами, как я понимаю. То есть это все моменты, но сейчас начинается гадательный момент, потому что у ТНК, скорее всего, в данной ситуации, во-первых, они несут убытки, гарантированные убытки. Раз. То есть по этому поводу у них будет два направления развития. Первое, они будут повышать цену на свою продукцию. Второе, они будут закрывать производство. То есть почему... Ну, они сейчас они не видят убытков. Мы уже говорили о том, что на первом этапе у людей пока еще есть деньги, они их тратят. Причем в условиях кризиса и изоляции они тратят их безоглядно. Ну, есть такой грех у нас. Да? То есть, когда человеку нечего делать, он начинает тратить деньги. Да? То есть, пока рынок насыщен денежными знаками. Это примерно месяц. Спрос и, естественно, самое главное, платежная способность населения, что бы там ни делали, она упадет. И ТНКшка, естественно, столкнется с вариантом просто... Плюс это будет не в одной России. То есть, а транснациональные корпорации, они России не интересуются. По сути, Мы помним этот процент, который ты однократно приводил. 5 или 6% в объеме там какой-нибудь корпорации. Ну, это не так важно для них, да? То есть, мы увидим, скорее всего, рост этих цен. То есть, они, скорее всего, уйдут от политики демпинга. Потому что демпинг был направлен на выживание с рынка локальных производителей, ну, типа нас, да? То есть задушить ценой и потом скупить по дешевке, лишь его закрыть, лишь производить свое. Ну, простая, обычная, нормальная такая капиталистическая. Проверенная капиталистическая временем стратегия. Да. Но сейчас вопрос выжимания с рынка локалов, да, типа нас, он уже не так стоит. То есть смысл в демпинге отпадает. То есть они быстро не вернут деньги, вот в чем дело. То есть срок... Срок возврата у них растянулся очень сильно, да? То есть, и, скорее всего, они будут повышать ценник. Ну, посмотрим, насколько... Я думаю, что это в течение полугода будет известно. Второй момент — это закрытие производств, которые станут тоже нерентабельны. Им не нужно будет в таком объеме, это просто не будет продаваться. Они будут закрывать какие-то заводы в России. Ну, посмотрим, опять же, вот два варианта. Ну, предполагаю, что так оно и будет, конечно. Ну, закрытие заводов — это же дополнительное накаление социальной обстановки. Да, да. Люди да. без работы. Конечно. И так далее, и так далее. Ну, вопрос, сейчас разговор как раз о том, что это карантин, так, ну, каникулы. Карантин продлят еще минимум на неделю, скорее всего. То все ждут того, что это будет продлено, потому что непонятно, чего мы добьемся за недельные каникулы. Ну, в плане обуздания этой эпидемии. Непонятно. То есть, значит, карантин будет продлен. И деньги будут кончаться еще быстрее. И вопрос, если он продлится еще дальше, начнет ли государство платить людям пособия? Потому что вот эта ситуация, когда президент объявил о том, что, как там это была фраза, в оплачиваемый отпуск, да, вопрос к работодателям, а готовы ли они заплатить за этот отпуск, да? Ну, народ-то услышал, что президент о них заботится, но не надо забывать о том, что у тебя есть работодатель, и как он будет поступать в этом случае. Есть ли у него деньги отправить тебе в оплачиваемые каникулы? Есть ли деньги на эту заботу? Это самый главный интересный вопрос. И с ТНК посмотрим, что будет происходить. Меня, честно говоря, вопрос с ТНК, как и вот... Это вопрос очень большого уровня, да, то есть гораздо выше, чем даже выше, чем ВЕЧ. Это вообще это российская экономика в целом. Меня всегда интересует то, что поближе я смотрю с большим интересом на то, как будут развиваться события в экономике Кировской области. Ну, давай подумаем. Ну, самое очевидное, самое простое, что приходит на ум, даже у человека не особо специалиста, не особо посвященного, все-таки... Регион должен заботиться о людях, которые живут, и о том, чем, собственно, помочь им, и как наполнять свою казну. Понимаешь, вот не хочется быть пессимистичным Нострадамусом таким, да, мрачным и печальным, но, похоже, придется. Почему? Потому что в моем ощущении в этом году это, скорее всего, будет последний год, потому что спад в экономике, мы знаем ситуацию с нефтью, мы знаем, насколько это подкосило автоматически все программы, которые существуют. По-моему, кто это у нас в РБК? Мантуров выступал. Глава Минпромторга. Да. Мантуров на РБК говорил о том, что примерно 20% это падение экономики в целом. Да? Уже сейчас. Вот просто сейчас. И он говорил о налоговой амнистии, то есть об отказе
от налогов, да, для того, чтобы были деньги в живой экономике, для того, чтобы люди могли покупать товары, да, и обнуление НДС автоматически. То есть это, в общем-то, кризисные меры, это крайние меры для того, чтобы оживить экономику, которая иначе будет катиться. Но какие бы, по моему глубочайшему убеждению, какие бы меры не принимались, то есть будет ли это накачка деньгами, то есть, которая взвинтит инфляцию, естественно, будет ли это, наоборот, повышение ставки, которая притормозит развитие, то есть денег будет меньше, цены останутся на прежнем уровне, но покупательная способность упадет, и это для экономики тоже ничего хорошего. Такое замороженное состояние. Нет, это, да. Тени, это тени толкает. То есть нос вытащишь, хвост завязнет. И тут надо очень быстро и качественно, профессионально реагировать. Ну, я не экономист, я профессионал немножко в других вещах, и понимаю, но понимаю, что профессионализм заключается в скорости реагирования. То есть если ты быстро можешь справиться с ситуацией, которая у обычного человека вызывает шок, растерянность и полное неумение, да, ты профессионал в своей профессии. Вот если у нас есть профессиональные экономисты в правительстве, где я бы поставил, вот над этим вопросиком большой знак вопросика поставил, да, не уверен в этом. Вот если они там, ну, по крайней мере, пока, если видимо, они, да, если они там есть, видно, то мы просто будем иметь несколько лет кризисного периода. Если же их там нету, ну, тогда надо смотреть на исторический опыт многих-многих стран. Что происходило в такие моменты с экономикой, с режимом, с властью и так далее. Будем поглядеть, я думаю, что это будет ясно. Ну, вот в мае начнется, и где-то к сентябрь-октябрь мы будем что-то уже понимать. Но это вот такая мрачная Нострадамус, такой мрачный. Ну, как говорится, критикуешь — предлагай. Нет, предлагать, понимаешь... Инициативы. Не-не-не, все крайне просто. Надо просто расставить приоритеты. Вот как в любой ситуации, надо просто в тот момент, когда наступает что-то не очень хорошее, надо просто ставить приоритеты. Например, я думаю, что это, еще раз повторюсь, я думаю, что это будет последний год, когда область получит какие-то трансферты из Москвы на какие-то там дороги, проекты. Я не уверен, что даже на дороги выйдет. Потому что денег... Интересные мысли, ужасные мысли, почему? Надо сказать. Потому что много всего завязано уже. Почему? И столько чиновниками обещано уже по этому поводу. Чиновников не так много. Сверстанные там, да, планы, хорошо, документы. Да хорошо. Я читал программу экономического развития Кировской области. Больше я не собираюсь читать творение экономического. До 2035 года? Вот, я не знаю, какая там дата, но это работа шестиклассника. Ну, в той школе, в которой я когда-то учился, это шестой класс общеобразовательной школы. Три таблички, 20 фраз. Все. Это вот развитие Кировской области, как видят чиновники. Ну, пусть они такие документы дальше. Значит, еще раз к приоритетам. Это акциз, который платит Вятич, вот, чтобы не ходить вокруг да около. Ребята, акциз с производства Вятича целиком остается. Я говорил о том, что мы, по-моему, 22 рубля с литра продукции Вятича – это акциз. Безалкогольной продукции. Естественно, другое мы не производим. Остающийся в казне Кировской области. То есть это дороги, больницы, та же борьба с вирусом, все. Это то самое софинансирование федеральных программ, конечно, благодаря которому федерация нам дает эти деньги. Да. Вот с точки зрения руководства региона все крайне просто. Ребята, мы, то есть Вятич, оставляем деньги здесь, в регионе. Сделайте, пожалуйста, так, вот для того, чтобы акциз, который мы платим вам, увеличился. Увеличьте его. Сделайте так, чтобы наша продукция мощно, хорошо стояла в торговых сетях. Мы миллион раз к этому вопросу возникали. Я думаю, что руководство области смотрело на это более-менее равнодушно. Да? Ну или так, да-да-да, мы будем. Конечно, в ближайшее время мы займемся. Ну вот такие какие-то расплывчатые формулировки и длинные объяснения. Так вот, оно делало это потому, что Москва продолжала выделять хорошие качественные деньги. Вот у меня есть ощущение, что в этом году Москва не даст им хороших больших денег. У них просто в Москве их все меньше становится. Потому что кто-то говорил о прогнозе на то, что фонда благосостояния при нынешних ценах на нефть хватит там на несколько лет. Но через некоторое время поправились, сказав, что может быть на год. На полгода. Ну, вот ненадолго. Ну, пройдет еще неделька, какие-нибудь другие сроки обозначить. Ну, то есть, грубо говоря, надо деньги, которые могут аккумулироваться в регионе, деньги, которые остаются в казне, их надо, во-первых, их надо инвентаризировать. Мне вчера позвонил один очень уважаемый человек темной ночью и с возмущением говорил, что, ребят, у вас в фонде капремонта 2 миллиарда.
2 миллиарда. Ну, это общеизвестная сумма, да, на сайте там отображена. Это прекрасно. Uh-huh. Ребят, вам не кажется, что пора эти 2 миллиарда раздать людям, которые сидят без зарплат по домам? Или же сегодня с утра мне одна... Или приостановить платежи на капремонт. Mm-hmm. Нет, все элементарнее. Мне, как сегодня рассказывает знакомый, говорит, вот хорошо, у меня нет ни ипотеки, ни кредита. Вчера за знакомым беседовал, у нее ипотека, помещение, в котором она работает, в аренде, за которую надо платить, и эти коммунальные счета. Как могут люди, которые не работают, как могут люди, которые сидят на карантине, как они могут платить коммуналку? Отлично. Возьмите эти 2 миллиарда и погасите коммунальные платежи у тех, кто нуждается. Это не так трудно понять, кто именно нуждается. Угу. И потратьте эти деньги. И так огромное количество расходов, огромное... Но вернувшись к вятчу, к акцизам. Да, надо, у нас времени не так много остается. Нет, пора все крайне, аккумулировать, все или, квинтэссенцию выдать. Все крайне просто. Вятич, во-первых, градообразующий. Угу. Это предприятие, обеспечивающее безопасность региона. И в-третьих, это оставляющее здесь акцизные огромные деньги, которые можно использовать. И задача, как я ее понимаю, задача Васи сейчас сделать так, чтобы этих денег было больше. Потому что Вятич платит налогов в казну региона в несколько, если не в 10, то в 7 или 8 раз больше, чем зарабатывает. Ребята, это курочка, несущая золотые яйца. Пожалуйста, возьмите за голову, потому что если меня возьмете за голову, вас попросят за нее взяться. Потому что в этом, я уверен, что в этом году Москва не даст столько денег. То есть будет жесточайшая война за эти самые субсидии и трансферты, которые выделяются. Да, надо подумать. Так, в оставшиеся минутку-полторы мы еще несколько приятных чисел, цифр можем упомянуть. Русский имперский стаут безалкогольный. Конечно, русский имперский стаут только и может быть безалкогольным. Uh-huh. Великолепные, прекрасные бутылочки из-под шампанского. Ну вот я так их называю, это, наверное, неправильно. Но по форме это бутылки, в которые обычно наливают шампанское. Не верите, самое простое, что можно сейчас на сайт компании «Вятич» зайти. В деревянных коробочках, перевоженные сеном, с этикеткой, на которой портрет Карла Отто Шнейдера, которым в этом году второго. Эстетика. Блестящая вещь. Угу. Я еще не знаю цены, по которой они будут стоять в магазинах. Я думаю, через неделю они появятся. И предполагаю, что это будет всем нам известная сеть магазинов «Глобус». Я верю, что Андрей Березин поддержит это начинание и поможет нам красиво и хорошо встать в магазин. Но вчера был проведен аукцион по этим бутылкам. Первую купили за 2500. Это онлайн, я уточню. Да. Там делалось, если не ошибаюсь, социальные сети в том числе. Первый замечательный шаг в том, чтобы сделать все-таки Шнейдера это лицом компании. Как-то его память увековечить. Угу. Так. Ну и можем сказать, какие там планы на сегодняшний день. Самое актуальное, что ни на есть, по поводу памятника Карла Отто. Вот будет в этом году памятник. Фестиваля, будет. Скорее всего, не будет. Угу. В связи с обстановкой. Массовое скопление нам никто не даст сделать. А вот у завода памятник мы поставим. Угу. И поставим ко дню пивовара, если успеем. Угу. То есть в начале лета, да, это обычно проходит? Июня. Да, День города, да. Обычно к Дню города, Дню России это все привязано. Угу. Угу. Ну вот такая где-то вот минимальная пафосная нота. Единственная проблема, что даже в условиях самоизоляции, Вятка пока не подключилась к ней, 27 регионов подключилось, даже в условиях самоизоляции и будет возможность доехать до Шнейдера, до памятника и сфотографироваться с ним. Плюс русский имперский стаут безалкогольный, конечно же, который мы выпустили. Я думаю, мы выпустим его массово. То есть все-таки сможем снизить цену. Сейчас она заоблачная, сейчас она не для простого потребителя. Снизить цены и выпустить. И это будет памятник и премиум-сорт, который мы поставим, это, вот я считаю, будет прекрасная вещь именно к юбилею Шнейдера, основателя завода, который является жемчужиной Вятского края. Вот где-то так. Спасибо, да, завершаем наш разговор. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». Здоровья всем нам в эти непростые дни. До новых встреч, всего доброго. Все, Володь, спасибо, радиослушатели. До свидания. Крупный план.